Здорово, братан. Здравствуй, как дела? Да у меня нормально, как сам. Тоже потихоньку, с Божьей помощью. Бог дает силы, да, когда их нет, когда заканчиваются. Ты не втюхивай мне эту херню свою, хорошо? Херня — это твоя жизнь, Давай ты легко без Иисуса поговорим. Христа. Херню, говорю, не втюхивай. Если ты бы жил с Иисусом Христом, ты бы сейчас сказал: слава Богу за тебя, брат. Но в тебе нету истины, понимаешь? В тебе нету, потому что ты живешь с дьяволом. Да, с дьяволом. Но Бог дает тебе время. Мы можем помолиться за него. Давайте помолимся за него. И Бог дает тебе время. Господи, во имя Иисуса Христа, дай этому человеку время. Я вижу, как дьявол живет в его сердце. Дай ему время. Видите, уже четвертый человек, братья и сестры, или пятый, одержимый бесами люди. Я говорю, здесь это рулетка. Давайте просто читать. Хоть один попадется, который верит в Бога. Одни бесноватые. Бесы здесь везде. Но ничего, мы будем бомбить. Во имя Иисуса Христа. Заткнись, дьявол. Ты проиграл. Во имя Иисуса Христа. Заткнись, дьявол. Ты проиграл. Понимаешь, ты проиграл, дьявол. Бог тебе дает время еще на покаяние. Ты можешь смеяться. Ну, это бесполезно, твой смех, потому что время уже близко. И все, что стоит в Библии, это истина.